Hello, my brothers and sisters. I am Dmitry. I am pastor from Zaporizhia. Now we are from Huleypole. This is the Zaporizhia region. We have foods, we have hygienes and word of hope for people who live in war. Немножко шумно сегодня. Мы сейчас находимся в Гуляйполе. Почему мы здесь? Потому что мы верим в Господа Иисуса Христа, и Он для нас является примером. Всегда, когда собирались вокруг Него люди, Он шел к людям, Он шел, служил им. И не только говорил им слова надежды и слова Евангелия, Он служил им. Вот эти люди в Гуляйполе, мы им служим с нашими братьями, с нашей командой. Молимся о них и просим, чтобы и вы также молились о нас. Пусть Господь благословит. Зараз почекаю Влада. Hello, brothers and sisters. I am Dmitry. My name is Dmitry. This is Vlad. We are pastors from Zaporozhye. We have now a word of hope for people who live in war. Витаем вас, друзья, приветствуем. Мы очень благодарны за то, что вы молитесь о нас. За нами вот здесь дома, которые разбиты. Мы уже год находимся в войне. И в первом видео я говорил вам о том, что Господь для нас пример. Мы здесь, потому что наш Господь, Он шел к людям, чтобы кормить, чтобы заботиться и чтобы проповедовать Евангелие. Слава Богу, мы проповедуем Евангелие, поддерживая, помогая людям. И большая признательность вам за вашу молитву, за вашу поддержку и помощь. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Просим молитву нас. Да благословит вас Господь!